Завтра пройдет гражданская панихида по Вячеславу Александровичу Новикову, бывшему сенатору от нашего края. Он ушел из жизни 28 февраля на 66-м году жизни. Последние 12 лет Вячеслав Новиков представлял Красноярский край в Совете Федерации. До этого более 10 лет был народным избранником законодательного собрания и возглавлял фонд Центра стратегических инициатив. Прощание с Вячеславом Александровичем пройдет в Доме офицеров на улице Перенсона, 20, в 3 часа дня. Похоронят сенатора на Аллее Славы, кладбище Бадалык.